Завершение еще одного месяца моды и особенно парижских показов на 24 год означает, что мы можем делать выводы о финале этого сезона. Свобода и творчество парижского уличного стиля рассказали историю о ярких солнечных цветах, смелых вырезах и захватывающих аксессуарах. Однако именно то, что произошло на подиумах, неизбежно станет новыми стандартами для нашего гардероба в 2024 году. Парижские показы коллекций представили нам множество впечатляющих и модных новинок. И сегодня мы поговорим о самых главных тенденциях, предложенных мировыми брендами в своих коллекциях, которые мы будем носить в весенне-летнем сезоне 2024 года. Приятного вам просмотра! В новом сезоне на смену гладким кожаным фактурам приходит мягкая замша, и чем сложнее и глубже будет цвет, тем интереснее будет образ. Этот мягкий и фактурный материал идеально подходит для создания тотал-образов, и дизайнеры активно используют его в своих коллекциях. Популярными станут варианты замши в сложных и глубоких оттенках, таких как коньяк, карамель, вино и оливковый. Эти цвета придают нарядам изящность и теплоту, а также подчеркивают фактуру этого материала. Замшевые пальто и куртки, юбки, брюки и платья позволяют создавать элегантные и стильные образы. Изделия из замши обладают уникальным шармом и способны добавить изысканности даже самому простому наряду. Кроме того, замша – вариант более экологически чистого материала, который становится очень актуальным в современном мире. Натуральная и нежная текстура замши создает ощущение комфорта и роскоши одновременно. Черное и белое – это классическое и беспроигрышное сочетание, которое всегда присутствует в женских образах. В сезоне 2024 года дизайнеры активно используют эту цветовую комбинацию, создавая элегантные и стильные наряды. Черный и белый вместе образуют контраст и гармонию, придают образу структуру и элегантность. Этот дуэт смотрится привлекательно и подходит для различных случаев, начиная от офисного стиля до вечерних выходов. Он подходит для любого типа фигуры и позволяет выглядеть утонченно и стильно. Комбинируйте черное и белое в различных пропорциях и узорах, чтобы создавать интересные и запоминающиеся наряды. В новом году можно смело экспериментировать с различными текстурами и фактурой материалов. Например, выбрать черное платье с белыми акцентами, черные брюки в сочетании с белой рубашкой или жакет в черно-белую клетку или полоску. Независимо от того, какие другие цвета и тенденции будут доминировать в сезоне весна-лето 2024 года, черно-белое сочетание однозначно будет иметь место в гардеробе каждой модницы. В новом весенне-летнем сезоне цветы стали настоящими героями на всех неделях моды. Париж не стал исключением и представил свою интерпретацию этого классического узора. На множестве показов доминировали акцентные детали в виде объемных цветов. Цветы были представлены в самых разных вариациях – аппликации на юбках и платьях, 3D-декор, который украшал сумки и обувь, чокеры и браслеты, наряды, полностью состоящие из бутонов, и даже живые цветы. Крупные цветы создают яркий и эффектный образ, привлекая внимание и придавая наряду особую романтичность. Цветы – обычное дело весной, и они ожидаемо распускаются в теплый сезон как в природе, так и на подиумах. Однако эксперты и модные критики обратили внимание на то, что в 2024 году ожидается особенно бурное цветение. Просматривая коллекции на новый сезон, можно сделать вывод, что следующей весной деним будет доминирующим материалом. Некоторые дизайнеры показали куртки и платья из денима, раскрашенного вручную. Изабель Марант представили комбинезоны и джинсы, расшитые драгоценными нитками. Дрис Ван Нотен включил в свой показ пальто в пол из голубого денима, а Миуча Прада для Миу Миу джинсы прямого кроя с заниженной талией цвета индиго.
Также на подиуме были показаны асимметричные юбки с разрезом, платья с воланами и кроп-топы, и даже пышное бальное платье из серого денима. Дополнительной особенностью станет то, что наиболее трендовыми окажутся вещи, переделанные и перешитые. Независимо от того, действительно ли новая вещь была сделана из старой, или это лишь видимость, джинсовый апсайклинг будет на пике популярности. В наше время выгоднее всего инвестировать в тренды, которые к концу сезона не утратят своей актуальности. Определить их довольно просто, так как показы новых коллекций проходят за полгода до фактического наступления сезона, так что все будущие тренды известны наперед. А если обратиться к архивным коллекциям и выходам знаменитостей, легко понять, какая вещь или модный прием остаются актуальными уже долгое время. Это касается тех немногих трендов, которые не надоедают аудитории и становятся классикой. Например, вещи с принтом полоска. Это один из примеров вечной классики, которая никогда не теряет своей актуальности. Этот принт создает элегантный и стройный силуэт, придавая образу утонченность и стиль. Благодаря своей универсальности полоска может применяться в различных типах одежды и сочетаться с другими элементами гардероба. Популярный узор постоянно видоизменяется и модифицируется, при этом оставаясь универсальным. Вещи в горизонтальную, вертикальную и волнообразную полоску прекрасно сочетаются с денимом, классическими юбками, всевозможными брюками и шортами. Очень популярным в новом сезоне станет джемпер с V-образным вырезом. Модель из тонкого трикотажа с полуприлегающим кроем и достаточно большим вырезом, который придает ему особый шарм. Такой джемпер прекрасно сочетается с различными нижними слоями. Его можно носить поверх блуз, топов или рубашек. Изящное сочетание разных текстур и стилей создает интересный и оригинальный образ. Джемпер прекрасно впишется в гардероб любой женщины. Эта практичная и удобная модель отлично подойдет для повседневной жизни. С его помощью можно создавать разнообразные стильные образы. Также в новых коллекциях на 2024 год дизайнеры показали различные кардиганы и жилетки с V-образным вырезом. Шорты-бермуды стали одним из самых ярких трендов в новом сезоне. Множество дизайнеров на неделе моды в Париже представили различные варианты этой модной вещи. Одно из главных преимуществ шорт-бермудов – это их универсальность. Например, для создания делового образа идеально подойдут костюмы с шортами-бермудами. Это оригинальное решение, которое значительно разнообразит офисный гардероб и придаст ему свежести и современности. Кроме деловых образов, бермуды прекрасно сочетаются с повседневными нарядами. Можно создавать стильные комбинации с топами, футболками, блузами или толстовками. Добавьте к ним комфортную обувь, и вы получите эффектный и модный образ. Шорты-бермуды позволят выразить свой стиль и создать разнообразные аутфиты как для работы, так и для повседневной жизни. Стиль сафари снова возвращается на подиумы и становится одним из главных героев нового сезона. Этот стиль вдохновлен приключениями и экзотикой дикой природы и предлагает сочетание удобной практичной одежды с элементами, характерными для африканских сафари. В новых коллекциях многие дизайнеры представили свои интерпретации стиля сафари, используя натуральные и пастельные оттенки, такие как песочный, оливковый, коричневый, хаки. Стиль сафари в одежде имеет тесную связь с эстетикой Old Money. Он отражает образ успешного и авантюрного исследователя, который имеет достаток и возможность путешествовать в экзотические места. Эстетика Old Money ассоциируется с классическим стилем и изысканностью. В стиле сафари эта эстетика проявляется в строгих силуэтах, элегантных линиях и использовании высококачественных и дорогих материалов.
Умелая комбинация оттенков вкупе с натуральными материалами создает естественный и гармоничный образ. В стиле сафари присутствуют такие ключевые элементы, как карманы, пояса, пуговицы, а также детали вроде эполетов, петель и завязок. Отсюда следует сделать вывод, что самый модный силуэт по-прежнему карго. Чтобы уравновесить силуэт, можно использовать кожаный ремень с металлической пряжкой. И еще один must-have – это украшения. Чем они крупнее, тем лучше. Стиль сафари предлагает ценителям моды возможность выразить свою индивидуальность и создать неповторимый образ. Самая насыщенная и самая богатая на именитые бренды неделя моды «Парижская». Именно она ставит жирную точку и подтверждает все тренды на новый сезон. Новые формы, цветовые гаммы и техники создания одежды определяют будущее направление моды. Сфера моды постоянно развивается и меняется, поэтому модные тенденции ограничиваются определенным периодом времени. Однако стрит-стайл обычно характеризуется экспериментами и отражает индивидуальность каждого человека, его уникальный стиль и самовыражение. Люди, следящие за модой стрит-стайла, используют различные элементы и комбинируют их, создавая эффектные наряды. Стрит-стайл включает в себя использование различных элементов одежды, от курток и платьев до обуви и аксессуаров. Он может включать в себя яркие цвета, различные принты, объемные формы, разнообразные материалы и текстильные комбинации. Сегодня мы поговорим о модных тенденциях, которые наиболее часто встречались во время недель моды на 24-й год в Лондоне, Милане и Копенгагене. Приятного вам просмотра! В новом году юбка Макси станет обязательной частью гардероба. В длине Макси могут быть совершенно разные модели. Такие юбки очень комфортный, женственный и легко сочетаемый элемент гардероба. На неделях моды особенно интересными были модели на запах, юбки в бельевом стиле, с эффектом металлик, прямые и модели с разрезом. Варианты юбок из трикотажа, денима и эко-кожи – это не новая тенденция, наоборот, устоявшиеся тренды, которые остаются с нами на протяжении нескольких сезонов и еще долго не отойдут на вторые позиции. Юбка Макси отлично сочетается с жакетами, рубашками, водолазками и боди. Черный цвет для Total Look фаворит на все времена и покоряет все возрасты без исключения. Черный является самым универсальным и элегантным цветом, который придает образу гламур, роскошь и загадочность. Total Look в этом цвете – это безупречный выбор для тех, кто ценит элегантность, стиль и универсальность. Черный предлагает бесконечные возможности для создания идеального образа, который будет выглядеть стильно и актуально во все времена. Этот цвет идеально сочетается с любым стилем, от классического до современного, и подходит для любых мероприятий, от деловых встреч до вечерних выходов. На неделях моды на 24-й год модные стрит-стайлеры показали черные тотал-луки с брючными костюмами, платьями, юбками, тренчами и пальто. Эти образы безупречны, лаконичны и сдержаны. Модные монохромные образы становятся все популярнее среди современных женщин, и это не удивительно. Аутфиты в одном цвете создают элегантный и стильный образ и придают нотку сдержанности и утонченности. Преимущество монохромных образов заключается в их универсальности и умеренности. Они подходят для различных ситуаций, от деловых встреч до вечерних выходов или повседневных прогулок. На неделях моды многие звезды уличного стиля показали разнообразные монохромные аутфиты. Образы в одном цвете покоряют своим очарованием и элегантностью. Они выражают силу и утонченность одновременно. Главные оттенки весны-лета 24 года – черный и белый. Также встречались серый, красный, синий, розовый, бежевый и все пастельные тона.
На улицах недель моды в Париже, Милане и Копенгагене можно было увидеть стильные и элегантные юбочные и брючные костюмы с жакетами. Это один из лидирующих трендов нового сезона. Образы с костюмами представлены в различных фасонах и стилях, от классических до современных интерпретаций. Костюмы с юбкой-карандаш на запах и юбкой-плиссе завоевали особую популярность. Брючные костюмы можно выбрать как с классическими прямыми брюками, так и с широкими, идеально сочетая комфорт и стиль. Жакеты являются ключевым элементом костюмов, придающим им завершенность и элегантность. Они могут иметь различные детали, такие как вырезы, пуговицы или объемные плечи, тем самым добавляя особый акцент образу. В новом сезоне женский костюм – необходимая вещь любого капсульного гардероба. Он подойдет для любых ситуаций – от повседневных прогулок до праздничного мероприятия. Одежда из эко-кожи является столь же актуальной и стильной, как много лет назад. Она остается желанным выбором для модниц, и особенно привлекательным вариантом является верхняя одежда из этого материала. На неделях моды на 2024 год звезды стритстайла представили разнообразные модели курток, бомберов, жакетов и плащей, выполненных из эко-кожи. Такие варианты верхней одежды излучают стиль и придают образу особый шарм. На улицах столиц моды можно было увидеть модели кожаных изделий разных оттенков насыщенного шоколада и темно-оливкового, а также других цветов. Многие стритстайлеры выделялись и привлекали внимание своими стильными и роскошными образами. Можно также обратить внимание на обилие бахромы на улицах модных столиц. Бахрома вернулась на модную арену несколько сезонов назад. Тренд оказался на удивление живучим и вот уже который год не теряет своей актуальности. На неделях моды на 2024 год бахрома украсила все, от сумок и шарфов до джинсов, юбок и даже верхней одежды. Если правильно стилизовать вещи с бахромой, они могут оказаться весьма практичными и универсальными. Звезды стритстайла показали очень интересные образы. Смелые модницы выбирали эффектные варианты. Бахрома заменяла подол платья или юбки и даже полностью покрывала всю одежду. Бахрома добавляет вещам неповторимой изюминки. Очень эффектно выглядят изделия с бахромой из эко-кожи. Деним – основа современного гардероба. Без него немыслимы повседневные образы. На неделях моды джинсовой одежды было очень много – платья, юбки, джинсы, тренчи, куртки. В тренде пэчворк – сложный крой. Джинсы могут быть как низкой, так и высокой посадки. Встречались варианты клёш, прямые, широкие. Одежда из денима можно создавать самые оригинальные образы, комбинируя с разными тканями. Не менее интересно выглядит Total Look Denim. Это один из ведущих трендов 2024 года. Total Look Denim предлагает множество вариаций и комбинаций, включая джинсовые костюмы, куртки, жилетки, брюки, шорты и юбки. Можно выбрать деним в одном оттенке или играть с контрастами и использовать разные оттенки синего. Чтобы образ из денима не выглядел скучно, можно использовать яркие акценты – сумки, обувь в контрастных оттенках или украшения. Вязаные вещи являются одним из самых актуальных, стильных и современных трендов в мире моды. Они не только обеспечивают комфорт и тепло, но и добавляют уникальности и шарма в образы. На неделях моды звезды стритстайла демонстрировали чудесные вязаные кардиганы, джемперы, платья и жилетки. Вязаные вещи могут иметь разные фактуры, рисунки и узоры, что позволяет подобрать идеальный вариант для любого случая. Вязаные вещи – это универсальные и модные предметы гардероба, которые подчеркнут стиль и индивидуальность.
Кардиганы и джемперы могут быть надеты поверх платьев или топов, что поможет создать модный многослойный образ. Яркий акцент поможет сделать даже самый незамысловатый образ стильным и эффектным. Самой простой на сегодняшний день тенденцией являются яркие аксессуары. Это может быть сумка, платок, обувь, ремень или головной убор. Одна такая вещь прекрасно разбавит спокойные оттенки в одежде и будет гармонично смотреться в целом. Очень эффектным акцентом станут готовые украшения в виде цветка. Это может быть чокер, браслет или брошь. В роли яркого акцента также может выступать и предмет одежды. Например, красный джемпер на плечах добавит изюминки любому наряду, независимо от того, будет ли это повседневный ансамбль или вечерний образ. Кстати, вместо того, чтобы надеть джемпер традиционным способом, можно обернуть его вокруг талии или накинуть на плечи. Накладные карманы – это одна из наиболее заметных деталей, которые дизайнеры активно использовали в своих коллекциях в этом году. Несколько десятилетий назад эта деталь была популярна на брюках, но сейчас модельеры решили включить ее в дизайн различной одежды. На неделях моды на 24-й год множество звезд стрит-стайла и модные бренды продемонстрировали этот тренд в полном объеме. Мы видели платья с накладными карманами, костюмы, юбки, жилетки и куртки. Эта деталь не только делает наряды более интересными и эффектными, но и поражает своей функциональностью. Накладные карманы смотрятся модно и современно и часто становятся главным акцентом наряда. Кроме того, дизайнеры экспериментировали с размерами, формой и расположением накладных карманов. Они могут быть крупными или мелкими, объемными и неправильной формы, что придает образу особую индивидуальность. Независимо от современных тенденций стрит-стайла, важно помнить, что мода – это индивидуальный и творческий процесс. Выбирайте элементы, которые вам нравятся, а главное – подходят к вашему стилю, и носите их с уверенностью. Используйте модные тенденции как способ самовыражения своей индивидуальности и уникальности. Любите себя и будьте красивы! С наступлением холодной зимы мы в первую очередь стараемся одеться тепло и лишь потом задумываемся о внешнем виде. Но кто сказал, что эти два условия нельзя совмещать? Сегодня мы поговорим о том, какие тренды диктует мода на холодный сезон и продемонстрируем интересные идеи для базового гардероба. Базовый гардероб – это вещи must-have, которые должны быть в гардеробе каждой женщины. Как правило, эти вещи легко сочетаются не только между собой, но и с другими элементами гардероба, позволяя создавать интересные образы на каждый день, для романтической встречи или прогулки с друзьями, или для особого случая. Приятного вам просмотра! Стилисты рекомендуют женщинам следовать некоторым правилам при выборе базовых вещей. Во-первых, покупайте вещи, которые можно надеть прямо сейчас. Если базовая вещь не носится здесь и сейчас, а ждет, например, когда вы похудеете, когда выйдете на работу, смените цвет волос и так далее, значит, это не ваша база. Базовая вещь должна работать на практике, а не в теории. Второе. Отдавайте предпочтение вещам, которые подходят к вашему типу фигуры и вашему образу жизни. В этих вещах должно быть комфортно, только тогда они будут решать ваши задачи. Также обращайте внимание на качество материалов. Ткань должна быть такой, чтобы вынести самую активную носку. Так эти вещи прослужат как минимум несколько сезонов. Любой декор, стразы, вышивка, перья, сложный крой и фактура обязывают. Конечно, в гардеробе могут быть интересные вещи, с их помощью можно разбавить базу. Но важно понимать, что такие тренды быстро выйдут из моды. Подбирайте
выбирая цвет базовой вещи, лучше обратить внимание на тот, который подходит именно вам. Можно сказать, что самые оптимальные цвета – это пастельные и нюдовые. На самом деле, любой цвет может быть вашим базовым. Учитывайте свой цветотип, температуру и контрастность. Вязаные кардиганы разных фасонов в новом сезоне пользуются особой популярностью, и они вполне могут претендовать на роль базовой вещи в вашем гардеробе. Универсальность кардигана подчеркивается тем, что его можно носить с юбками и платьями, с джинсами и брюками и даже со спортивными комплектами, в сочетании с которыми он будет выглядеть очень стильно и актуально. Цвет кардигана имеет большое значение. Он должен вписываться в цветовую гамму вашего гардероба, чтобы дополнять его или быть в нем акцентным элементом. Кардиган – универсальная и незаменимая вещь в гардеробе каждой женщины. Подобный вариант одежды можно надеть в любое время года, создавая интересные и современные образы. Незаменимым элементом гардероба может стать жакет из тонкой шерсти. В современном мире жакет стал неотъемлемой частью как для повседневного гардероба, так и для вечернего дресс-кода. Он не только придает образу больше элегантности, но и является универсальной и практичной вещью. Жакеты, как и пиджаки в женском гардеробе, можно сочетать с любым стилем одежды. Носить жакет можно с водолазками и футболками, с джинсами и брюками, с тонкими платьями и шелковыми юбками. Жакет служит не только в качестве дополнительного теплого слоя, но и является отличным стилистическим акцентом, который делает наряд сложнее и интереснее. Раньше наш гардероб делился на офисный и casual. Сегодня мы собираем универсальную базу, которая подстраивается под наши планы на день. Все мы хотим, чтобы одни и те же вещи идеально подходили и для работы, и для ужина с друзьями. Если день расписан по минутам и вы не любите долго думать, что надеть, отличным решением станет водолазка. Она отлично вписывается и в деловой, и в casual стиль, и даже в вечерний наряд. Водолазка способна как сильно подчеркивать другие элементы, так и сама быть ярким акцентом образа. Она заменит объемные свитеры и согреет в многослойных образах с жакетом, блузой, рубашкой или платьем без рукавов. Водолазка может быть теплой и пушистой из стопроцентного кашемира, фактурной в рубчик или бесшовной из тонкой, почти прозрачной мериносовой шерсти. При создании современных образов нам не обойтись без дополнительных элементов и аксессуаров, которые играют особую роль. Одним из базовых предметов женского гардероба станет жилетка, которая внесет некую изюминку в образ. Женская жилетка является некой палочкой-выручалочкой, которая поможет вытянуть силуэт и сделать более пропорциональными формы, а также добавит элегантность и неординарность. Жилетка способна освежить повседневный образ или дополнить вечерний наряд. В холодное время года она особенно актуальна. С помощью жилетки можно создать уютный многослойный образ, и тепло, и модно. Можно взять на вооружение классические сочетания. Белая рубашка на выпуск в комплекте с брюками или джинсами. Либо жилетка в тандеме с водолазкой и юбкой. Можно поиграть с фактурами. Носить вязаную жилетку с кожаными брюками, рубашкой из денима или романтичным платьем. В холодном сезоне дизайнеры демонстрируют массу интересных моделей, которые будут прекрасно сочетаться в теплых и уютных образах. У каждой из нас свой гардероб и свои правила, а это значит, что и базовые вещи будут отличаться. Например, брюки. Они могут быть классическими или костюмными, если вы ходите в офис и часто проводите деловые встречи. Стоит заметить, что в новом сезоне дизайнеры предлагают огромный ассортимент моделей, среди которых каждая женщина сможет подобрать свой оптимальный вариант.
Также брюки могут быть выполнены, например, из эко-кожи. Такие модели хороши тем, что они придают глубину и сложность любому простому образу. Кожаные брюки отлично сочетаются на контрасте с мягким трикотажем, строгими хлопковыми рубашками, шелковыми блузами и топами. Если надеть такие брюки с рубашкой и жакетом, они выдержат строгий дресс-код, а если с водолазкой или блузой, можно смело идти на вечеринку. Мягкие, теплые, комфортные и элегантные – преимущества трикотажных юбочных костюмов можно перечислять долго. Именно в холодный период хочется надеть удобный вязаный дуэт, который не будет сковывать движение и подарит ощущение безмятежности и комфорта. Трикотажный юбочный костюм – практичная и функциональная покупка на холодный сезон. Его можно носить как соло, так и внедрять юбки и джемперы в другие образы. Цветовые решения и фасоны будут зависеть от вашего образа и стиля жизни. Выбирайте костюм из плотного трикотажа, он выглядит дорого и прослужит долго. Базовый гардероб – это набор вещей, без которых не может обойтись ни одна современная женщина, желающая выглядеть привлекательно и всегда идти в ногу со временем. Базовые вещи должны быть тщательно подобраны и сочетаться не только между собой, но и с другими элементами гардероба. С ними всегда можно составить современные и модные образы.